Песня такого происхождения. Я женился 32 года назад, вот такой средний. И благодарю, свадьба делась. Я 4, наверное, все гуляю, то есть хорошо и весело. А потом я устал такой положительный. Потом на следующий день я уже отказался. Тем более, что мне стало плохо, меня в больницу повезли. Там про меня тоже забыли про меня там. Пока везли в этой машине, меня выгрузили. Солнце, зарище, а я же выиграл все это дело. Себе день рождения были, свадьбы были. Вот и меня прямо на положили на солнце, где прием. Ну там прямо привезли и положили, чтобы сейчас нести уже наверх на операцию. Ну вот, я значит, лежу там, солнце меня шпарит со всех сторон. Я уже плохо становлюсь, таю. Думаю, сказать, а вот это если мужика, который гвоздь проглотил. Ну тут на него не все на него, нужно быстрее гвоздь поставить. Ну и все, все успокаивается. Значит, короче говоря, я подыхаю. То он меня зовет, слушайте, вы что сделаете? Я говорю, я прям приемный покой на операцию. Как? А что вы не сказали? Я как из корова. Человек гвоздь вытаскивает. Через задницу. Я же вам. И меня вместе с радио до лифта, я вошел и сел на пол лишний. Я не могу двигаться. Потерял ощущение. И на лифте подняли наверх. Там опять перепутали санитарную, которая пытается меня уже на операционный стол поднять. Но меня завел в какую-то другую комнату, где лежит человек пожилой, весь, ну, там, он один в большущем номере, стоит у коньячок, там шампанское, умирает. Ну, я все-таки его тоже я туда попал. Как, Господи, это же министр какой-то у нас. И значит, меня потащили наконец-то на этот операционный стол. А там так, тоже было все забавно, это не трагично. Меня притащили туда, а это после свадьбы. На третий день уже, когда там перемешались и напитки. Значит, меня кладут на этот стол, подходит молодой врач такой, меня узнал, оказывается, на концерты ходил. А у него отец как раз начальник вот этой больницы, рядом у меня. Он приходит ко мне, говорит, тут Кухин лежит, надо как-то помогать, он смог. Сейчас я вот расправлю. И мне кладут на операционный стол. Он такой высокий, лежит сверху там. А обе стороны у меня два старика. Ребята умирают, реально. Но я уже не замечаю ничего. Ко мне подошли-то. И он задает вопрос, наивный вопрос. Я говорю, как вы сюда попали? Я говорю, ну я свадьба была. Он говорит, ну и что вы пили? Ну я ему весь прейскурант. Тут помрет и живой, не только помрет. Я говорю, ром ямайский, там, виски американское, водка шампанское, там, очень напитки хорошие, французские вина, там все. Народ гулял долго и упорно, народ любили, а все подорвали. Ну, он говорит, вы выпили хоть одно, а то нам, не знаю, вам надо бочку вкачивать, ну, нет, потому что от одного надо одно, скажем, против коньяка там нужно одно, против водки другое, против фин этих. Ну, французских медведей, и все это надо в меня вкачать, чтобы оно все убрало. Я говорю, да, качайте, ради бога. Мне сделали успокоительный укол, я заснул, и вогнали, и вот присоединили ко мне огромную такую банью с этими напитками, которые мне в кровь обсяжали. Ну, я очнулся в 6 утра, как всегда в 6 проснулся, бодрый, веселый, меряет давление абсолютно хорошее. Левые сильные, у них деликатно, быстренько все взяли. Я смотрю, я говорю, мне можно идти. Да что вы, нас же посадят. После выходить вы имеете право, только через 2 недели после как попали. Там же нужно еще всякие продолжительные там дела проверять. Значит, говорю, ребята, у меня через 3 дня концерт. Ну, ну, в принципе. Ну вот. Я говорю, я должен выступать, мне деньги взрывать, надо вот не держать. Я же здоров. Ну, ну практически-то вы здоровы. Я говорю, а где мои соседи? Они умерли. Ну, это привело так. Я, значит, все. Я говорю, идите, никому не говорите. Я слушаю. Вы не внесены в список, что у вас здесь никогда не было, все в порядке. Вы не болели. Я помчался туда вниз, а мне не выпускают. У меня штаны на мне казенные. Я должен сдать в обмен свои, а своей жены у меня забрала жена домой, моя. Мне не отпускают в казенных штанах, давайте снять штаны, потом вам дадим паспорт, вы выбираетесь.
А жена все время плачет, ждет, она думает, что я тоже буду. Она не знает, что случится. Она ждет, переживает, когда я живой или не живой. Первый день молодая невеста. Представляешь, первый день свадьбы. А я муж могучий. Выбираю сразу же от старости. Она на 22 года плачет. Короче говоря, прибегает. Жива до сих пор. Я прибегаю к ней домой в этих полосатых брюках, а она говорит: ой, что с тобой, ты ж с ума сошла, что ли? С вашей женой сбежал, ты где-то этот старый казенный, давай мы, я сейчас приду, только она напишет туда. Прибегает туда, молодой этот клерк мне говорит такую штуку: вы, говорит, с какой палаты? Я забываю, что он не знает о том, что я не лежал ни в какой операционной, нигде не был. А как называется это дело, забыл. Ну, операционный отдел, говорит, так условно говорит. Ну вот, он говорит, у нас, он говорит, ответил очень четко, но как-то кверх ногами. Он мне ответил так, что у нас пока еще из этого операционного отдела никто живым не уходил. Я говорю, выйди, первый человек это я. Он имел в виду сегодня. В этот день. Я думал, вообще. Я говорю, видите, я постараюсь говорить, я живой, я на вас слышал. Он имел в виду, сегодня никто не уходил. У них эти оба умерли, а я не записан. Значит, никто, никого не выписывает. Никто живым еще не уходил. Значит, я ушел. Примещался домой, все кончилось благополучно, все наладилось. И тут ко мне, я прекратил видеть вообще. Сложения больше не было, там мы свалим больше, естественно. Я говорю, так что я остановился, 40 дней даю слово, не выпью ни грамма. Дал слово, 40 дней. 40 дней не выпью ни грамма. Возлежал там, отдыхал. Тоска была дикая, ну, смотри. Ко мне пришел мой друг Игорь Тейх, вы знаете такого, снописец. Ну, Юрий Тейх вообще-то. Юрий Тейх, он Вася, смешные, всякие коротенькие стихи. Он юморист, в принципе, 50 лет. Поэтому, мой друг, он узнал, что я женился, но он не знал, что я только что из больницы. Он приходит ко мне: здравствуй, Юра, поздравляю тебя со свадьбой. Я не мог прийти, поскольку на гастроли, но товарищ Вася, говорю, я думаю, что из больницы, и мне, я не пью. Как я пью? А я тебе коньяк принес. Это не пью я, 40 дней обещал. Ну ты даешь. Ну ладно, давай тогда тебе песню положу. А ты как себя чувствуешь? Говорю, Юрочка, Зора, как его Юра зовут? Ну, знаешь, что мне не для тебя. Я дал честное слово, что 40 дней пить не буду. Ну, давай я тогда тебе песню об этом напишу, стихи у меня. Просто поэт, сатирик. И он пишет стихи про меня. Я потом пел, это как песня, эти стихи. А грусти — это песня о том, каким неудачам приводит человека, который бросил неожиданный пить. Неожиданно по причине, не то, что я сказал. Я сказал, даю честное слово, не говорю, видите? Но вот так он ушел, приходит ко мне другой, опять уходит, потому что я же не лежал. Причем тоскливо так, шли и выпить, нет, зря тащил. Они уходят втроем на улицу, выпивают уже, если мне. И мне нельзя, давай, летим. Ну вот, и, короче говоря, кончается чем? Тем, что он пишет такие стихи. Я могу спеть, правда, но неминуемо приводит приходу. Я лучше прочитаю стихи. С одним человеком песня называется «Беда». Ну, стихи, я спою. Я только какую-то мышку подобрал, вот такая, знаете, типичная. Какая-то ре-минор средний перм сам с чувством. Вот это стихи Игоря Тейха. С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого,
хто спас би його від печери. Он книжки читає, он груз не живе, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно просит. Вторая песня потом. Но писал я настоящий алкоголик. Настоящий. Он исчез в лесах уже года 4 назад. Женя Калашников. Его знала вся страна. Толи Киреев плакал, когда он ему пел свои песни. У него 800 смешнейших песен. Юмор бесконечный. Там так смешно. Но у него такие тематики-то разные. Вот в этом случае алкоголизм тоже тематика. Оказывается, в этом смысле. Но тоже красиво. Женя Калашников, его находил, он такой, его тысячу раз, он сам родом из Тольятти. Жил в Тольятти. Талантливейший человек. И квартирка у него есть, все есть. Но пьет как лошадь. Неукротимый. И песни при этом пишет. Чудесные песни. И вот в этот момент вот такая была с ним история. Ребята пытались его спасти. А то, что он не пил, ну у тебя же, ты же поэт, тебе же надо писать. Книги выпускать смешные. Там что не творит там вообще без его, все так, я думал, вокруг грохочет. Ну вот. И вот несколько раз собирался. Иди, говорит, в исполком. Тебе сразу квартиру дадим хорошую. Мы же писать, издадим твои фокусы все. Напечатаем. Он каждый раз собирался. Он очень стеснительный. Он боится слова-то подходит. Что заходить-то? Он пьет, его это здание хоть закрыл глаза. Чего арестуют за что-нибудь. Мне все никогда не понравилось. Не ворует вообще. У него был слуга, такой маленький свечок тоже. Он на нем гитару таскал. Он ходил в какой-то хламиде все время. До земли, из мешка какого-то сделал. Экзотический дядька такой. Крепкий, высокий, здоровый. И никогда ему трезво, никто не видит. Не знает, что это было. И вот он бедный поперся в это самое. Раз 10 он ходил. Он шел, идет уже, все, скажу, покаюсь и не буду больше. Донос мне квартиру, там все, пить не буду, берет. Идет, спрашивает, ну, это как будто. Две рубли, уже не может дойти до этого. Так и не дошел, да, так и не бросил. Потом его находили в разных краях России. То он появился в Красноярске, то где-то там на столбах, то по Нью-Йорку, ну, везде, сейчас, половинцы. Бродяга с гитарой своим таким старичком, который гитару носит такой плачет. И, короче говоря, кончилось тем, что пропал. Ушел однажды и больше не пришел. Вот 4 года искали по всей стране. Ребят не видели Калашникова, Жень Калашников. Мне ну, вот такой подарок. И он где-то пропал в лесах и сейчас. Ну, он исчез на себя. Да я спою его песню. Песня живет. Нравится песня. Тоже про пьянство, только там про Ваську. У него 800 таких песен. Я одну спою, если не до конца добреду, там, конечно. Но такая, там все, там она трагедия, все, если погибает, 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 погибает. И я крупный поэт, а я пел эту песню. Да Юра, ну тут там конец потом. Я ладно, я его конец переделал. Ну, чтобы песню усмешнить, а у него написана серия про эту Ваську. А тут уже все, Ваську, все понятно. Мы, короче, про Ваську. Я не знаю, как называется, в общем, Ваську он вам играет. Мы однажды вместе с Васькой отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил. Я с утрашки долбанул, что на риф, что на мели. Развлекались, как хотели. Возмужали, загорели. Жалко Васька. Утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл и кнул, и тройного врыл в аорту. Сразу видно, парень твердый, спец, отличник, мастер спорта, правда тоже утонул. Прибежал директор базы. Не видали у водолаза?
все духи украл за раз, всю похмелку умахнул, ох, найду, кричит, и в катер из разбегу дернул стартер и умчался на фарватер, и там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник, здесь Бермудский треугольник. За покойником покойник я как крикну караул, из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, прибежал полковник Пронин, я сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой. Врач и повар с пьяной теткой, надзор тут вместе с лодкой, но к вечеру вообще два директора завода, все туристы с парохода, и главное, кадали как воду, ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился, говорит, ты чего взбесился, глянь на Волгу, вон она, там на медне посередке затонула барышня с водкой, может, сплавим в охотку? И нырнул, и тишина. Он назвал эту песню торжественно, а вреде пьянства на молекулы. Возьми про пьянство, песню у меня нет. Забавно, конечно. Это шик, у него 800 таких песен. Толя Киреев, когда слушал, он рыдал, Юра говорит, ну гинтофона у меня там не было. Он не любит записывать. Он поет просто так, потом уходит и исчезает в лесах. Мы выступали в помещении цирка в это время, как раз цирки при концерте. Ну вот, и его туда не пустили. И он сидел снаружи, около цирка. Все цирковые люди, которые там работают в цирке, они все не стали слушать ни барда, ничего, вот свое высоту. Они сидели где-то в тишине около их там домика, где-то звук. И собрались вокруг, а там посередине сидел Женя Калашник, поливал по свои песни. Там жена стояла такая, все подходят послушать, уходят. Они говорят, идите, не мешайте, вон вам ваше место там, а там концерт идет. И я выступал. И меня не пустили выступать, я с ним сидел там, говорит, пускай, там я тоже с ним я сюда говорю. Но потом решили сказать, что Путин, у нас реклама еще. Я вышел на сцену, спел там, ну, я же не стал там какие-то смешные. Сказали, концерт, заключение, концерт, фестиваль грустный, спрашивал, что там будет. Ну, значит, я поперся домой. Но я там спел прямо на рейд, песню «Клоун», естественно, потом я сейчас. Вот. И после этого поехал домой, все, но меня на всякий случай наградили. Так как мне не, я не должен был награждать. Просто ребята настали, что как-то вызвали, не дают что-то. Мне телевизор подарили, какой-то громадный телевизор. У них они все бы расписаны, что дарили. Дорогущий, рубин там какой-то, ее не бандит. Поручили одного председателя борода. Потом еще парни дали помогать посудный рабочий. Сашка Гимнас помогал. То есть огромный такой, мы его дотащили, так задыхаясь до летчиков там, и потащили в самолет, там я в регаты. С Ташкента, не помню, откуда, как-то вот так кривыми путями говорили. И значит, дальше там нас посадили, то есть не посадили, не влезает он в самолет. В багажник не влезает, как везет, он не влезает. Ну что с ним делать? Ну, не знаю, что с летчиками поговорить, но они там куда-нибудь. Мы летчиков уговорили, в пятером куда-то столкали, какой-то грузовой сектор в эту штуку. И забрались и полетели. Все нормально. Добрались до туда. Первое, что случилось, стали, когда вышли оттуда, фу, довезли. Пошли, где-то поставили на какую-то скамейку, он упал и в деревья скатывался. Я говорю, ты кинескоп лоб. Мы тяжелые через, у нас двое все. Мы там пришли, фу, давай скажем пивка, так что вообще там парень. Я выгнал, даже жене не сказал, что телевизор не дается. Друг. Дальше все, мир приключений, конечно. Вот, Женя потом исчез. Все они живы до сих пор. Нет, ты их тоже недавно убрал. Три года назад. Хороший. Молодец, смешно. Вот. Теперь продолжим наши игры по поводу сегодняшнего дня. Thank you.
Ну, смешно, мне будет очень много. А вот, пожалуйста, кипит. Так, у нас запланировано, что Тимур стал. Вот здесь такая штука. Ну ладно. Очень печальная песня. Тоже из серии, вот такой трояк. Она тоже так алкоголь имеет, потому что не очень серьезно. Романс называется. Ребята спели однажды романс, который смешно был на грустный тему. А у меня был еще смешнее, раньше грустный. Называется «Трояк». Романс. Сегодня обнаружил ровно 8, что потерял единственный трояк. Я произнес слова, что произносят, босой ногой споткнувшись ночью о рояль. А мы были решили, и песни пели, и был недержимый людской поток, а я стоял, как холодильник на панели. Не нужен, абсолютно пуст, я одинокий. За что мне сразу все напасти? Я погрозил пространство кулаком. Луне я крикнул, это твое счастье, что я давно уже с тобой знаком. Вот так всегда, сначала все расскажешь, еще чуть-чуть покружится земля, и все теряешь, и друзья уходят. Вчера тебя, сегодня привыкли. Свистеть надо, а во-вторых, нет, не врать, а свистеть. Я свистеть люблю. Песня называется «Париж». Ну там свизом. Мелодия не важна. Но я ее как вступление. А мелодия песни собой моя, это другая. Вот, и там ощущение про Париж. Хорошая песня. Я получил первое место на каком-то фестивале бородовской песни в Москве. А, ну да, по местам сражения, кстати, не сразу. Париж не имеет никакого отношения к моим сражениям. Вот эта песня. А была еще странная история. Был такой слет по местам было сражений. Со всего Союза шли люди в Москву. Финал был на эту, на Красной площади. Палатки стояли, все. Маршал Конюхов ходил туда. Там, значит, вручали потом награды. Самая главная награда была за лучшую песню. Но там были много, разобрали все, там и за лучшую палатку, за организацию, там всех награждали. Кто принял участие в этом организации этого огромного торжества. Ну вот, у нее любили песни за лучшую песню, как премию за лучшую песню. Не только мне, Борьевых не было, но Борьевых двоих. Единственный раз получили первую песню, добардовскую песню, на подвольном фестивале. Обычно второй, третий давали. А нам влепили с ним на двоих первую песню. Во всех газетах, правда, собрали, писали. Но потом все разворовали, а это награды состащили, а мы время отсутствовали, мы приезжаем, а наград нет. Мне сказали, вам какие-то флампит, как всегда, какой-то там побежать. А Валькин Лазарев гитару хорошую, ничего не доехал. Комсомольские работники разобрали себе, а нам грамоты почему-то. Вы же ничего не делали. Грамоты, и так все, мне подарили магнитофончик, спали себе какой-то такой дешевенький, без микрофона и без кассет вообще. Дайте возьми, а это покупать. А я подарил свою дорогу тоже. Но суть не в этом. Наградили, однако. За песню «Париж». Ошибочка там вышла. Когда пели песни, ну, прежде спел, глаза начали говорить, Виктор спел песню, посвященную войне. А Боря Павлов, он спел песню «Ушли войну погибшие», так как военные. А я спел песню «Париж». Никакого отношения к войне не имею.
И какой-то хитрый или добрый человек подсказал члену жюри такую идею, что эта песня французская. И все поют песни, все про войну, и все убогие песни. Ну, нет там поэзии, там все поют про войну, даже там, сама поэт, мягко, ну, парни только не такие, кстати, они даже не участвуют в событиях. Но те, которые просто понимают искусство. Ну, вот и, значит, и кто-то подсказал Колкеру, Сашка Колкер подсказал, слышишь, ребята, здесь еще чудесная песня, вот я композитор, все песни на один мотив, а вот этой песни мотив интересный, вот этот Париж, который ты что, ну, эта песня оригинальная, у нее хоть есть начало поэзии, начало музыки, хоть композитор появился, а то все собачьи, чинь-чинь-чинь-чинь. Ну вот. И мне присаживались первые треки. Потом он говорит, нам так влетело дальше, кому вы дали первое место, как лучшая военная песня. Ты что, мы так свистишь, мешаешь жить, Париж? Там нету про войну ни слова. Он сказал, там есть фраза, отсюда никуда не улетишь. Сказали, песня посвящается французской эскадрилье Нормандии Нормандии. Я об этом даже не думал, когда это было. Какая Нормандия Нормандия? Песня о любви больше не о чем. В общем, получилось, бог с ним. Так она до сих пор висит, это время. Денег не давали, так. Первую премию на фестивале по местам боевых сражений, в Москве, в Париже. Ну, в Ольвах не поживу, к сожалению. Я еще живу. Но премии есть, как это. Причем лучше песни. Французского хаса. Так что иногда иностранные песни можно переводить на свой собственный. Приседнем рядом попробуем. Ты что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, послушай, дорогой, вон там, а ты у черта на рогах. Здесь как на распигаль, весельем надолго, тоскую никого не убедишь. Монматов у костра, сегодня как вчера, и перестань, не надо, пора Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, и перестань, не надо, пора Париж. Неделя торжества и поет, потом заменяет другой.
Но это нам уже не постижимо. А так во Франции не поют. Они поют переводные шаги. Ну только парижане поют вместе своих любимых. Вот там они иногда появляются, но иногда появляются. Да исчезают так же быстро. Я с одним из них хочу встретиться. Ну что, поедешь дальше куда-нибудь? В какую страну добраться? Я выступал не с Дерлом Харяток, а не здесь, а в прошлом варианте. И там пришли три человека. Два генерала, один адмирал. По пьянству пришли. Мне сказали, Кугин поет, там еще там не только это, и Володя Голосовского тоже было пожелание. Еще кто-то был. В общем, они сидят и ушли потом. Но пока они ушли, ребята уже отпили, а я остался там надолго стоять. И мне, значит, подходит, слушает, вдруг смотрю, крючки заказывают. Подходит ко мне один из этих людей, говорит, сиди здесь, пожалуйста, это свадьба не шла. И он умчался. Приходит, я там стою, что пою, и как он приносит туда огромный букет цветов, невероятный букет цветов. А им понравилась морская песня. Адмирал-то один был, он генерал, и погнал туда. Второй генерал был затоплен, какой-то военный. Ну вот. И, короче, я мне принесли подарок цветы, бутылку шампанского, коньяк там все внутри лежал. И сверху еще лежат 800 долларов. Я просто так, я когда спросил, я говорю, не надо, ну, ничего пригодятся. И потом стали макерять, ну, все, я потом кончил, отдал эти деньги, которые командует потом в гнезде, чтобы он раздал своим сотрудникам, в конце концов. Я работаю на гнездо, выпадающий, чтобы позвонить. Ну, взялся так столик потом. И, короче говоря, а потом мы с ним встретились и даже подружились. Они стали ходить постоянно туда изучать Гевардов, Дарибовича. Богатые люди, от нечего делать на пенсии. Бывает, с генералов, ну, или адмиралом даже подружился. Ну вот, и там, значит, я хотел сказать, что я какую-то песенку пишу. А, морские песни. Я сразу расшивел, сказал, ребята, у меня есть две морские песни. Не отец был, смотри. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо, я вот он весь. Да дело и не в этом, идем по всем приметам, последний рейс. Маяк кровавым глазом мигнул, забезобразил, забыл Норд-Вест. Качаются постели, дешевый крест на теле, южины крест. Когда рукой усталый, я струну гитары перебирал. Я понял в жизни прошлой, поверь, что ненарочно переиграл. И счастье мое ветер унес и не заметил, как желтый лист. Сам с собой играю под ветром свист. Я по чужой подсказке уже не верю сказки, что могут ждать. Мечу в колоду страны, моря и океаны, и города. Не спрятаться от боли во сне и в алкоголе, с ней вечно жить. А жизнь как в унынии, как все на белом свете, бежи, бежи. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо, я вот он весь. Качается постель, дешевый крест на теле, южный крест. На самом деле,
самое интересное, что песня там, она, с точки зрения навигации, во всяком случае, она неверна. Потому что они идут на север, судя по описанию, когда они идут на север. А южный крест – это далеко-далеко на юге, по ту сторону экватора, даже так и видно. Так что над ним южный крест быть не могу. Но Саша Грайдит, он говорит, это очень талантливый человек. Ты представляешь себе, как он пишет, качается в постели. Даже я об этом знаю, что когда качка, они там привязаны, не удаляются. А он говорит, я сам, ну как он догадался, что Южный Крест, я догадался, у меня есть тоже песня, где качающиеся постели, и рейс последний там идет с нами, что-то есть, но вот Южный Крест я не догадался, что надо придумать Южный Крест на Старомовый океан, на Камчатке. Вторая песня тоже на эту же тему. Тоже мальчик. Я ребята спел его две песни. Они были очарованы, конечно, перформанс. Поехали на. Чуть не вижу. Я не поехал, и там ухожу. Песня такая, не страшно. Так его песня. Южный крест. Я спел, да, перед ней какой по Москве. Не пел на Москве? Нет, нет. Вот это найти. Мне не страшно.
здесь яркий свет, а там внизу темно. Я осторожно шагом, а не маршем. Иду, и все следят за мной. Узка моя небесная дорога, и можно выбрать путь другой любой и прекратить и оправдание много. Страшна ли смерть, куда страшнее боль. И, ну, я спокоен, да, конечно, я спокоен. Нет, нет, я не спокоен, это ложь. Но иначе нельзя, я это понял. Важна не цель, а путь, который к ней идешь. И мне нельзя ни вправо, и ни влево, лишь прямо, улыбаясь над сжатым ртом, как говорила в сказке королева, сначала казнь, а приговор потом. Потом, потом аплодисменты и улыбки, и яркий свет, и всем на виду. Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий, и абсолютно тихо я иду. Я старый сказочник, я знаю много сказок про злых волков, про зайцев косоглазых, про хитрых лис, про глупых попугаев. Я старый сказочник.
Я много сказок знаю. Про маленького принца вышли с неба, про тех, кто был на свете и кто не был, про кролика и девочку Алису, про доброго кота и злую крысу, о глупом жадном короле коллеге, о добром умном, но сверхчеловеке, о счастье, о любви и о свободе, о том, кто ищет и всегда находит, но не несу ни злого и ни ласки, никто не будет плакать и смеяться, я сам себе рассказываю сказки и жду, когда они начнут сбываться. А сбывшиеся сказки не бывают, забывшиеся сказки забывают. И больно мне. Не унываю. Но я не унываю. Я старый сказочник. Я много сказок знаю. Самое странное, что я написал совсем по-другому, чем все думал. Я тренер фигурного катания. И летом я уезжаю. Вот летом я уехал в экспедицию и сидят там в экспедиции в палатке. Я заскучал по своим детишкам, которым я преподавал. Они же на летних занимаются, а их много, у меня 150 человек занимаются фигурным катанием. Я был в Петербурге. Я котов там, местные, сами свой спектакль поставили. Классно было бы, там все очень чисто. И они все меня любили, безумно, я их. Они причем-то дети маленькие. Они же, как сказать, они опасны тем, что они если полюбят тренера, скажем, меня, то их потом никуда не надо, ни в школу, ни в общем, они пять лет, шесть. Их родители с трудом выводят с катка, я когда пока забирать. Они и слушаются, и катаются до бесконечности. Они могут стоять на льду, пока падать не начинают от усталости. Они не замечают усталость. И приходит забирать, он уже готов. И в санки сажают и везут домой. Он спит, на следующий день опять лежит на каток. Мало того, Стани мне уже в возрасте 6 лет и сидит, получает разряды. Он идет третий разряд, фигуру катания выполняет, делает 8-ю спецу, потом это отменили, просто катает. Но прыгает полуоборотов, ветер, звалочки, там всякие все делают. И дают разряд, как бы давай, хоть 10, хоть 7 лет по заслугам. В этой школе приходят, а там с видовые значки, а там пацаны футбол играют, гимнастика, разрядов нет. 14 лет. Хоть эти пацаны от первых классов, у них разряды все третий, второй. Но они рады, конечно, высота. Я по ним заскучал. Я сел и писал, просто так даже не проверил. Ориентируюсь, что это они так обо мне думают, наверное, пока думаю. В любви объясняю, что там мама просила, сделать так, чтобы моя девочка перестала вас любить. Говорю, что? Она говорит, просто влюблена в вас, как взрослая. А я решил. Она приезжает, и она говорит, I love you, и уезжает. Она думает, что не английский, не надо. Она учится в английской школе. Знаешь, английский язык? Ну, я жрак, не знаю, я так втихаря скажет. А я говорю, так что ваша девушка на английском другие объясняет. Я ее выпью. Ну, правильно. А что еще ставишь? Я же могу не любить сестры. А вы к ней придираетесь. Я стал придираться. Незаслуженно придираться. Вот она сделала все правильно, а говорит неправильно. Плохо это сделала. Через неделю она меня окончательно разлюбила. Она любила, пока я ее хвалил. Как раз так, что стал ее обижать просто так. Она, ну, дурак вот старый, кому не будет. Так же детей можно легко избавиться, если они действительно влюбляются, так мало не можно. Обидь хоть раз, ну, не заслуживаю. 5 секунд она будет тебя презирать, как я-то думал, он земленка еще. Просто как волшебник, если ты ему посвящаешься.
Она такая занудная немножко, но тоже веселье сказала. Больше ничего закончил. Где же ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю, и невеликой не стану, и неразменных нет денег. Лампу ты дал Аладдину, хитрость Хадже на середину. Не шагреевой кожи, но дай мне что-нибудь тоже. Радости дай и печали, чтобы встречал и встречали, чтобы меня понимали, и чтобы все понимал я. Чем опечалена туча, радость какая у листьев. Вот чем цветок, что все значит. И почему люди плачут? Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю, стою на коленях, хоть сам придумал тебя же я. Спасибо. Спасибо.